Привет, вы находитесь на канале Cushion in the Wave. Сегодня у меня на обзоре будет Мехмод Simple. Мехмод приходит в такой вот коробочке. Указан название самого Мехмода. По бокам ничего нет, есть сертификаты. Снизу крышки тоже ничего нет. Открываем коробочку, нас встречает сразу Мехмод, и больше в коробке ничего у нас нет. Мехмод приходит вот в таком вот пакетике. Ко мне на обзор пришел латунная версия. Сверху мы можем видеть 510-й негибридный коннектор. На трубе мода нет ни одной гравировки. В самом низу кнопка с выводами газа, роспись и название самого устройства. Кнопка выглядит следующим образом. Сам толкательный элемент, далее идет долериновый изолятор и сам минусовой контакт. К резьбам у меня в принципе никаких претензий нет, резьбы чистые, все с ними в порядке. Давайте соберем все это вместе. Сначала мы накрутим дрипулю, далее вставим аккумулятор плюсом вниз, так как выводы газов у нас на самой кнопке, и закручиваем кнопку. Делать, конечно, это не очень удобно, так как у кнопки нет никаких бортов, и кнопка, получается, впадает внутрь самого мода. И делаем автоподстройку под аккумулятор. В принципе, все, наш мехмод готов к работе. Из плюсов я могу поставить данному мехмоду только за его простоту. В принципе, ничего нет, просто накрутили дрипку, вставили аккумулятор, сделали автоподстройку и все. Из минусов я могу поставить посадку на 22 мм. Сейчас 22-23 мм уже не актуально. Еще один минус я могу поставить за очень тонкие стенки мехмода. Он будет очень сильно нагреваться. Последний минус я поставлю за кнопку. Кнопка сделана из очень тонкого материала, и она будет очень сильно нагреваться. Также, так как кнопка у нас впала, ее неудобно будет закручивать и выкручивать. Там есть небольшая прорезь для монетки, либо для ногтя, но это не совсем удобно. Огромное спасибо магазину Паровоз за то, что предоставили это устройство мне на обзор. Ссылку на магазин я оставлю в описании. Также, подпишись на мой канал, поставь лайк, дизлайк и обязательно оставь комментарий под этим видео. Всем спасибо, до новых встреч и пока!